Всем привет! 11-й день Пари, чай с президентом. Отчетный вечерний блог. Спешу поделиться новостями. Первое. Меня уволили с завода. Второе, я стал безработным, получается. Директор посоветовал написать заявление об увольнении. Видимо, Пари с Бузовой не на пользу идет. Деньги практически все закончились, которые были в заначке. Так что, ребята, кто хочет, помогает, поддерживает. На колеса для беголета. Что сделано? Сделано сегодня много. Корпус установлен. Вот за моей спиной, кстати, вот оно. Поплавки стоят. Подгонку сделали. Нивелиры сделали. Нивелирование крыл этих балансиров тоже сделали. Ну, вроде и все. Кресло, дизайн кресла. Пока не показываю. Тоже вымерил, потому что ехать долго. Надо, чтобы было удобно. Ну, наверное, на сегодня и все. Рассказывать больше нечего. В любом случае, огромное спасибо тем, кто откликнулся и переслал сегодня немного денег, перепостил. Это тоже очень здорово. Это очень нужно. Я теперь зато свободен. Теперь я могу закончить проект на 100%. Стремлюсь вперед. Всем доброй ночи. Пока. Получается? Итак, секретная видеосъемка с предприятия оборонного. Что тут? Уникальная техника. Вау!